Время открывать дорогу в мир книг и чтения. И самый торжественный момент. 28-я Минская международная книжная выставка, ярмарка объявляется открытой. Для нас, как для организаторов, практически не было выбора. 30-летие Содружества независимых государств и представительства Республики Беларусь в этой почетной организации. Вот мы теперь как бы празднуем здесь вместе. Для нас очень приятно, что практически все победители конкурса искусства книги сегодня представлены вот на этих стендах. Это на самом деле нас объединяет. Это и есть мир и согласие через книгу, через гуманитарное сотрудничество. И мы должны идти только таким путем. Книга позволяет преодолевать очень многие конфликты, которые существуют в сегодняшнем мире. Я думаю, что это важно и необходимо. Вы можете сказать, ну, красота не спасет мир. Красота не спасет мир. Но это безусловно. Это Федор Михайлович Достоевский, вернее, один из его героев, погорячился. Но все-таки после общения с книгой люди как-то меняются. И я думаю, что меняются все-таки в лучшую сторону, если они читают хорошие книги. Книга, как посол мира, сегодня донесет все наши души. И самое главное, культуру, традиции всех народов. И народ, который сегодня принимает такое огромное количество читателей и издателей, писателей, я думаю, достигнет еще большего успеха, потому что мы должны жить сегодня с книгой, во имя книги и во имя будущего. Очень много есть людей, которые интересуются литературой, и с каждым годом это становится все больше и больше. Белорусская литература очень широко представлена, очень много художественной литературы, очень много исторической литературы. В последний год вышло очень много альбомов по искусству. Детская литература с каждым годом все богаче и богаче становится. В общем-то, я думаю, что наша белорусская литература сейчас процветает.